Итак, начало песни. В начале песни два аккорда. С и Аим. Аккорд С. Ставите указательный палец на первый лад второй струны, средний палец на второй лад четвертой струны и безымянный палец на третий лад пятой струны. Играем. Пятую, третью, вторую. Первую, вторую, третью. Это обычный перебор. Бас. 3, 2, 1, 2, 3. Пятая, третья, вторая. Первая, вторая, третья. Дальше. Переносим безымянный палец на второй лад третьей струны, и у нас получается аккорд АМ. И такой же перебор. Пятая струна, третья, вторая, первая, вторая, третья. И повторяем это два раза, чередуя С и АМ. С, АМ, С. Ну вот оно и вступление. Так, дальше. Начало куплета. Сам аккорд С. Играем перебором. АМ. С. АМ. Так же, как у вас вступление, тот же самый. И дальше ставим аккорд F. Зажимаем барре на первом ладу. Средний палец ставим на второй лад третьей струны. Мизинец ставим на третий лад четвертой струны и безымянный палец ставим на третий лад пятой струны. Для тех, кто не умеет ставить барре, для тех, кому это сложно, вы можете зажать мини-барре на первом и втором ладу, ой, то есть на первой и второй струне, первом ладу. Вот, то есть ставите мини-барре, зажимаете первые лады первой и второй струны, и также средний палец на второй лад третьей струны и безымянный палец на третий лад четвертой струны. Вам пятая струна не нужна, поэтому зажимать ее не имеет смысла. Но для тех, кто умеет зажимать барре, лучше зажимайте, потому что так неудобно, вы будете путаться и так далее. Итак, здесь играем четвертую, третью, вторую, первую. Вторую, третью. Так, тот же самый перебор, только басовая струна здесь четвертая, а не пятая. Четыре, три, два, один, два, три. И дальше ставим аккорд G, G барре. Оно легко ставить, просто у вас аккорд F, и вы на два лада его опускаете, и получается аккорд G. И играем четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, то же самое. Итак, что у нас получилось? Вступление. Аккорд G. Один раз. Дальше сам аккорд C. И тот же самый перебор с пятой струной. И аккорд G. F. G. C. G. Думаю, это понятно. Теперь дальше. Ставим аккорд C. Играем. Пятую, третью, вторую, первую, вторую, третью. Такой же перебор. Но здесь надо будет на аккорде F и на аккорде G и четвертую, третью, вторую. Без перебора, только первые три струны. Четвертая, третья, вторая. То есть аккорд C. Четыре, три, два. Четыре, три, два. Дальше там аккорд АМ. Играем обычный перебор. Дальше аккорд G. То есть F, извините, аккорд F. Аккорд G. Итак, начнем мы с этого, с мини-переборов. Аккорд C. F. G. АМ. F. G.
дальше аккорд ЕМ. Так как ЕМ зажимается на пятую и четвертую струнах, а мы играем шестую, третью, вторую, первую, вторую, третью, нам ЕМ зажимать не надо. Ну, кому удобнее, пусть тут зажимает, но можешь играть на открытых струнах. Итак, аккорд ЕМ. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Играйте G. ЕМ. И аккорд АМ два раза. Так, давайте сейчас с самого начала повторим куплет. С. АМ. С. АМ. Ф. G. С. G. С. Ф. G. АМ. Ф. Итак, и у нас припев начинается. Ставим аккорд F, играем два раза. Такой же прибор. 4, 3, 2, 1, 2, 3. Аккорд АМ два раза. Аккорд G два раза. Аккорд F, извините. И дальше аккорд C. G. C. G. Так, сначала аккорд F два раза играете. Дальше играете аккорд АМ два раза. Аккорд F два раза. И чередуете C и G. Так, давайте сейчас медленно припев сыграем. Это все. В принципе, песня не очень сложная. Здесь главная особенность состоит в этих аккордах F и G. Ну, они самые сложные. Ну, вам просто нужно потренироваться, чтобы научиться их брать. И, в принципе, это все. А дальше уже научитесь петь. И можете спокойно выступать где угодно. Я надеюсь, я вам помог этим видео. Всем спасибо. Пока.